Экс-соперник Геннадия Головкина Мэттью Маклин посетил тренировочный лагерь Келла Брука, чтобы поделиться собственным опытом ведения поединка против 3G. «Нельзя позволять ему читать тебя. Он очень умный боец, а не просто панчер. Он по-настоящему не ловил меня большим выстрелом в голову. Твой джеб работает как шомпол, ну и его джеб также. Так что мне любопытно посмотреть, что будет, когда в поединке возникнет битва джебов». Что я о нем понял? Это то, что его удары были весьма оригинальными, а баланс исключительным. У меня возникли проблемы с тем, насколько он быстро отрезал ринг. Так что хорошее движение будет важным в этом бою, посоветовал Маклин своему соотечественнику.